Они там проехали на газоне, все попортили, и здесь сейчас опять на газоне. Вот явное нарушение, пожалуйста. Добрый! Вот поступают жалобы неоднократные по поводу того, что вы осуществляете вот это планирование праздника, передвигаете, заезжаете нас газон. Можно это исключить каким-то образом? Люди не проедем. Ну как, могли встать на дорогу, но в итоге... А газон не жалко? Газон не жалко? Давайте будем кричать. Да давайте будем каждый раз делать газон. Имею право. Так, а вы закон знаете Российской Федерации? Какие-то вещи, да, будут переносить. 29-я статья Конституции Российской Федерации. Простите, пожалуйста. Очень хорошо. Все, все, все. Потому что уже неоднократно обращались. Да он попортил весь газон. Что значит делаем? Давайте аккуратненько сейчас вперед. И на дом. Добро вот туда вот встаем. Все, все, все. Мы вытащим одну и все. Да, 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 вот давайте. И вот там я встану. Машина уедет. Я понимаю, газон от этого лучше не станет. А вот, вы почему на это говорите? Это мы тоже смотрим, обращаем внимание. Ну сейчас вот я увидел вас. А вот, смотрите, сейчас я увидел вас, а не увидел кого-то. Не будем, не будем. Просто сейчас доделаем. Все, доделаем. Вы сначала там заехали на газон, а потом здесь заехали на газон. Что это? Ваш. Я упал там, я поднял. Сейчас выгрузим и все. Выгрузим. Вот так вот у нас относится к нашим российским деньгам. Вот. Пожалуйста. Топчем, портим газон, потом говорим, что вот, увы, денег нет. И это вот под видом праздника уничтожают наши газоны. Сейчас это вот, нет, вот этот вот газон. Давайте я выверну на асфальт. Есть 410 по АС-3 семерки. Господин Сергей Зуев, обратите внимание на это. Еще раз, Е410 по АС-3 семерки. Я отошел, подойдите, пожалуйста. Подойдите, я отошел. Все, на связи. Давайте посмотрим еще раз. И вот она еще раз заезд на газон. Вот у нас остаются такие вот следы. Сейчас эта машина уезжает. Сделая добро, не надо совершать зло. Я сейчас нахожусь на собачке Ленинский проспект. Вот такие вот у нас происходят вещи.